Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами играем на провинции снова, то есть играем на провинции. И вообще мы будем играть на провинции, потому что на другие сервера я заходить не собираюсь и не буду. Возможно быть, если что-то есть классное, стоящее, можем попробовать зайти на другой сервер. Я так смотрел на ютубе, есть офигенный сервер какой-то там еще, RRP Box, по-моему. Ну, меня заинтересовали чисто модельки вообще, там, какие модельки. Я так смотрел видос, типа, одного типа. В принципе, неплохие модельки, но как-то там маловато вроде игроков. Поэтому мы играем на провинции, где больше людей, где больше взаимопомощи между игроками. Как-то вот больше интереснее, где реально движуха есть. Так, и сегодня мы с вами поработаем в такси. Я вам покажу фишки, как работать. Ну вот, у меня 5-й левел, у меня еще квартиры нету, но все-таки я уже могу вам что-то да и показать и рассказать. Просто сегодня поездим, я вам расскажу. Дальнобойщик, ладно. Расскажу фишки в такси, как работается. И как зарабатывать, и как вообще. Ну, зарабатывать я не знаю, как там, в принципе, там нереально зарабатывать. А чисто по фану поиграть, да, это без пытаний. Так, нам нужен такси. Нужен такси. Сто. Не, не стой. Короче. О, кстати. А как команду найти? О, сват. Что это такое сват? Не. Нет. Блять. Нет, это крякнул, чувак. Это не то. Гриб, по-моему, не? Но. Нет, это тоже не то. Короче, остановить, закрыть. Стой. Коля, подвези. О! Короче, а ну давайте сейчас мы тему продвинем. Найдем все-таки... F1 вроде бы, да. BD Fire, Bar, Bomber, нет. Car. Ну ты лошара. Так, Beach, BD Fire. А, гум это была фигня. Мышка гребаная, бегаешь туда непонятно куда. Какая-то неуправляемая. Closes, нет. Bomber, Cop. Коп. Чё за коп? Да нет, как лошара, короче. Я не помню, честно, команда, чтоб тормозить чувака. Кто знает, а ну подскажите, может быть, напишите в комментарии, чтоб я знал. Всегда была у меня подсказка. Как называется эта фигня? Команда, через которую можно... Смокинг, стрип. Ой, не, стрип, я понял, что такое. Не буду я его даже включать. Полис рапинг. Райт. Ладно. Блин. Та такая тема, типа, может. О, смотрите, механику, короче, сдалбливает машину, типа. Чтобы заработать денег. Ну, красавчики, конечно. Это механики. А, друг друга сейчас будут, короче, выбивать под машины. Роберто хитрее оказался. Роберто вон хатанул уже. Степа не смог. Роберто сейчас заработает денег. Этот вообще пассажир, владелец автомобиля 15-й модели, вообще в шоке, офигевший. Ой, не 12. Так, 11. Где мы бежим? А, мы, кстати, где-то уже рядом. Так, надо нам попрыгать, потому что мы будем долго реально бежать. Проблема, конечно, видите, таксисты есть, но их мало. Вызывать таксиста я тоже смысла не вижу. Это не вариант, что он вообще приедет. Так мы, в принципе, добежим быстрее, я так надеюсь. Я так думаю. Да, мы быстрее добежим. Вот уже, в принципе, убейся давай еще. Таксишки вот уже рядом, по-моему, если я не ошибаюсь. Но
давай прыгай быстрее. Да, вообще жир просто. Вы видите, как быстро мы добежали с вами? Устроиться водителем такси? Естественно. Устраиваемся водителем. Короче, сразу скажу. Карту я хреново знаю. Вообще хреново просто. Я еще и не играл 2 недели, так вообще жирно. Так, пристегнулись. Свет включили. Все, можно ехать в работу. Рено Логан нам дается в работу. Ой, вы видите, как я, да, неправильно сделал, не посмотрел налево, а там приближался транспорт. Ух ты ж, ёпрст. Так, все. X, нажал я X, это круиз-контроль сработал у меня, и мы едем 78, вообще четко. Так, поворот не включаем. Троллейбусник стоит уже давно у нас здесь. И сейчас я вам покажу азы приблизительные, как это все дело делается вообще. Как оно все в такси работает. Так. Хотя, ну да, здесь, наверное, поворот не включим, повернем налево. Ой, все нормально. Едем к ЖД вокзалу. В первую очередь, как я всегда делаю. ЖД вокзал и все, там ЖД вокзал приехали, там уже 100%. Опа, копчурники стояли. Че они там стоят? Интересно, если на... Кого-то валят вроде бы, ну ладно. Такая жизнь, именно атмосфера провинции нормальная. Механик Степка, что-то он, короче, спит Степка. Вот так вот всегда таксистом заделался и едешь себе потихоньку к ЖД вокзалу. На ЖД вокзале сразу ловишь себе любого бомжа, такого как я. Ты ко мне бежал, не? А где он делся? А, он уже, наверное, ничего себе, он бегает быстро. Так, таксистов, конечно, а нет, то не таксист был. Вообще их много. О, давайте посмотрим, что случилось. А, зеленый, да? Зеленый у нас, да. Ой, вот так. На аварийке, короче, мы встанем. Ни хрена не слышно. Ладно, так, на круизе потихонечку мы прокатимся. Так, блять, аварийку выключи, баран. Зачем вы совершили такой опасный маневр и задели мою машину? Да уж. Я жду клиента, всего-навсего жду клиента стою. Что, я ничего не услышу все равно? Задели мою машину, это типа его машина, да? Нормально. Ай, ладно, короче, будем мы только 1,5 дня вот это слушать, что они там базарят. И вообще, если услышим. Вот, кстати, был потенциальный клиент у нас. Вот так, становимся. Еще заметил одну фишку проблемную на этом сервере. Дальнобойщики, да и вообще все остальные игроки, которые поворачивают тут на перекрестке, поворачивают налево, они поворачивают, ой, налево, говорю, направо, они поворачивают с левой полосы, не с правой полосы, а с левой полосы направо. Представляете вообще, как это все возможно? Это часто я такое встречаю, часто просто. Бомжа, о, бомжа, бомжа, вот активный, кстати, клиент у меня. Санек, поехали. Давай, братан, садись, садись, кореш. Не? Да тебя сейчас задавят, короче. Не? Ладно. Ладно, не хочешь, не надо. Кстати, короче, у нас, я так понял, здесь клиентов нету. Хотя можно постоять пару минуточек. Нет, давайте сейчас примем заявку. Такси, прописываем такси. А, сейчас нету доступных. Ну давайте сейчас еще раз. Вот так вот. Появится какой-то заказ. Мы сейчас его сразу выберем и поедем. Ну это может быть херня полная. Почему? Потому что мы можем попасть на эту заявку. Этот самый, с этого, с города Мирный. Ой-ой-ой, а чё он такой весь побитый, покоцанный? Я не знаю.
печальный такси, автомобиль. Да ну ко мне сел бы, ну смотри, у него дверей нету, но он вообще опасный тип. Как можно, блин, сесть в такую машину? Ну ты вообще жесть. Блять, музыка-то гребаная. Езжай отсюда вообще, механик. Все, зашибись, блядь, все разъехались, я такой, короче. А, это музыкальный тип на мотоцикле. Нет, чтоб дома это послушать музыку, посидеть. Вот это. В игру зашел, чтобы послушать музыку. Хотя есть своя атмосфера. Круто, реально круто. Шестерочка. Если я, короче, ребята, куплю шестерочку, как скажете вообще? Вариант хороший или нет? А, это тот, которого задели его машину, типа личную. Ну, а, такси, надо было написать такси, такси, такси. Нету, как нету, вы чё? Так, кто еще будет заказывать машинку? Давайте, давайте, заказывайте машинку, я приеду к вам. Приехал. Сан-Педро. Александр Мельников. Кореш мой напарник. Блин, ты дрифтун, ёпарасты, на переднем приводе. Стань уже себя спокойно. Не, такая фишка прикольная здесь на Логане. Можно этот пробельчик зажимаешь, ну типа ручник, и этот. И просто тупо жмешь в тапок, и все. И нашлифует, именно наваливает нормально. Этот катается с мигалками, вообще красавчик. Один, ну как можно одному выезжать на вызов вообще? Тебя ж там отдерут просто жестко, без вазелина, и все. Если это реально будет типы серьезные. Надо же двоим хотя бы, чтобы один мог спетлять и сделать фоторобот. А че ты куда уехал? Ты что, вызов принял? О, вон еще один таксист. Таксистов просто валом. Ой, блядь, сколько можно ждать? Бомжа, иди сюда, куда ты побежал? Короче, вообще не вариант, они все, видите, пасутся на ЖД вокзале, а бомжи не хотят садиться к нам в машину. Ну, то есть ко мне, вернее, в раздолбанную Шкоду они сели, а в Рено Логан офигенную тачку не хотят садиться. Ой-ой-ой, да вы что, серьезно? Вообще жир. Вообще просто жирно. Вы слышали, да, стрельба была? Таксисту не повезет сегодня. Сейчас пройдет МП, мордобой. Главный приз УАЗ-2106. Ну давайте попробуем, мустер, пойти на мордобой. Блять. Так, я открыл телепорт, номер, чтобы телепортироваться, введите ТПМП. Ой. ТПМП. Ух ты, ёб твою мать. Ну, ты садишься, не? Бомжа. О, мажор ко мне сел. ТПМП. Надо будет сейчас доедем, короче, ТПМП. Пропишем. Ждем указания. Смотрите, если вы работать начинаете в такси, ждите указания. АТП Жуковский. Жуковский, а я понял, да, куда это. Ждете указания. Вот как только загорелась эта вот фигня, типа АТП Жуковский и поехали, вы сразу же это нажимаете ехать, то есть и вы соглашаетесь с тем, что он вам переводит бабки. То есть нормально. Ага, все, зелененькие, поехали. А, строимся. Зашибись, вообще круто. Я успел на ТПМП. Быстро. Хотя смысл, у меня шестерки нету. Ой, то есть у меня жилья нету, как они смогут мне вообще шестерку подогнать. Как подарок. За победу. Потому что я там порвал бы всех вообще. И типа такой мем, хе-хе, да? Аккуратненько.
Такая Логан, кстати, неуправляемая. Свыше 150, наверное, когда наваливаешь четко. Вообще неуправляемая. На тормоза жать это вообще типа, ну, ужас. Ай, да, я не рассказал вам. Когда мы жмакаем вот это ж вот поехали, это значит человек нам заплатил уже 150 рексов. Ну а если, конечно, он ни хрена нет, а пишет в чате просто пишет от своего лица то, что там поехали туда-туда-туда, не везите, он денег вам не даст. То есть, ну, система не дала вам денег с помощью чувака, бумажника его. По-моему, сюда вроде бы как. А, ну да, автобусная станция. Сюда? Ага. Ну, давай, удачи. В принципе, как-то молча мы с ним проехали, ну ладно. Так, давайте еще поедем, кого-то возьмем. Ну, кому-то надо такси? Ну, садись, дади. Не? Ладно, поехали. Возвращаемся назад. Жуковский. Поселочек такой, ну. Есть еще город Мирный, для тех, кто вообще не знает. Для тех, кто вообще не играл на этом сервере. Но Мирный, он реально как Чернобыльская зона. Там вообще тишина, тишина вообще, людей нету практически. То есть, если ты туда попал, то оттуда нереально выехать. Разве что заказывать такси, и то если приедут к вам туда. И то они чаще всего просят еще доплаты хорошие. Пицциола поехал, он, видите. Так, запрещено. Покидать площадку. Ага, ваша задача бить друг друга, кто выживет, победитель. Запрещено покидать площадку, я понял. Нет, давайте центральную полосу займем, потому что мы едем прямо на желтый. Ничего страшного, мы успели, так что все порядок. Покидать площадку и прятаться, я понял. Было бы круто, конечно, если я туда попал бы. А так, конечно, печально. Ко мне давай садись. Ах ты ж, Станислав. Так, ХП дадим, не флудите. Садись, садись, Илюха, давай садись. Поехали. Привет. А, привет. Ой-ой-ой. Стасик бешеный. Да ты тачку побил, ему нельзя ж так. Что тут делать? Вас на работу подкинуть. Блять. Вас на работу подвести. А, достройки, окей. Но стройка как стройка, я не знаю. Блин, прикольнее вроде бы ЖБК. Ну как, мне просто поначалу. Реально, в начале еще игры, пацаны, блядь, красный, я вообще, ё-моё, извините, простите, ребята, честно, я вообще в шоке. Я на красный поехал, ну это жопа просто, мне стыдно. Ну все, ждем тогда теперь этот самый, F11, стройка, а ну все, мы сейчас налево повернем. Да, поедем тогда на стройку, просто я слышал то, что лучше на ЖБК. На ЖБК типа получат получше. Ну и там интереснее, мне кажется, из-за того, что бегаешь тупо на первом этаже и все. А стройка, это ты бегаешь по площадкам по этажам. С первого на второй, блядь, там на третий, окей, вот такой типа вариант. Как бы, ну, напряжная типа тема. Куда деть 1805 тебе дать или куда? Не-н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 е. Копи. Ты чё, не надо мне давать, зачем? Это твои деньги. На хату. Реально, ну как зачем? Зачем вообще играть? Реально, чувак. Зачем играть, если ну, я хочу велик? Ну я не знаю, честно, где велик взять. А работает и тебе пока. Это нормально? Офигеть вообще!
Ты просто именно вообще красавчик. Блин, красавчик на красавчиках, вы видите? Один на ходу выскочил. О, захотел. Он такой ехал, ехал, ехал. Захотел велик. О, я велик хочу. Короче, выскочил на ходу. Да, ну типа как на ходу? На светофоре. Тут бас второй вот едет на своем троллейбусе. На своей моечном троллейбусе, короче. Ну, как я не знаю, как оно называется правильно. Ведь такой себе это, ну, типа, тоже тип нормальный. Вообще, это просто жесть. Это реально жесть. Как можно так, ребята, я не знаю. По-моему, и буква I, то есть. Можно закрыть дверь. Как-то по-колхозному это все выглядит. Ну, давайте попробуем тахи прописать. Блин, нету доступных. Ну, как это нету? Что, никто не хочет ехать? Вызовем еще просто, то есть примем вызов. Посмотрите, как это принимается вызов. Вы, получается, получаете с человека, которого перевезли, вы получаете с него 150 рублей или 100 рублей. Не знаю, не помню, честно, не заморачивался. Но как-то был случай, когда я играл пару часиков, и реально я заработал где-то кусков 6-7. Ну это, блин, реально это, ну, фигня, вы же сами понимаете, это... Здесь больше просто чисто фанатизм, покататься по городу. О, я принял заказ. И куда мне ехать? Ёб твою мать, и он находится аж хер. Ну, поехали, поехали, давайте сейчас приняли заказ, надо привести человека. Валим, короче. Ну, как вариант тоже, ребята, заказы принимать это тоже не особо крутой варик, потому что человек может спокойно сесть, споймать сейчас в городе, в том мирном, за который я вам говорил, Чернобыльская зона, споймать может себе там таксиху, любую, да, которая ему там понравилась, если она там будет, и сюда приехать в Приволжск на работу себе спокойно, меня не дожидаясь. Я, конечно, приеду на точку, где он, да, ну, спрошу, кто вызывал, он скажет, чувак, на тебя вызывал давно, типа, да, там, как бы ты опоздал, поэтому, ну, тоже не варик, просто у вас будет вот этот вот треугольник желтый, просто гореть и все. Короче, звери, вы видите, просто звери. И этот Илюха велосипед не купил, он, наверное, о, увидел полицейских. О, надо полицию увидеть. И посмотреть, что они там делают. И побежал. Вылез. Капец, заплатил же деньги, чувак. Ты мне за проезд и вылез и побежал себе это. Ну как так можно? Ну что ж за. Если те ребята, кстати, реально по правилам. Вот кольцо есть, по кольцу надо все уходить, все как положено. Вот. Потом поворотничек правый, вы уходите с него. Ой. Не нарушай. И не превышайте скорость свыше 80. Потому что штраф, по-моему, от 1000 рублей, что-то такое. Ой, а копы реально активничают жестко. Морду разбили, ему это нормально. Так, валим за нашим. Сука. Ты че, серьезно? Блять, он вышел. Ну как можно было? Ну объясните. Ну ехал я. Это просто жопа какая-то, блядь. Принял заказ. Вы приняли заказ, блядь. Наконец-то. Хоть кого-то я принял заказ. Все, едем на вызов. Все, вот видите, молодец. Вообще реально красавчик. Ему можно поставить лайк за то, что он аккуратненько перестроился. Спасибо ему. Вот это реально офигенный дальнобойщик, который понимает, что это такое дорога. А не то, что эти вот большинство реально летают, им пофиг просто. Там красный, желтый, зеленый, похеру вообще на все. Реально дальнобойщик вообще молодец. Ему даже аварийка. Блэк, спасибо, чувак, тебе. Желтый, красный, зеленый. Где мой клиент? Где? А, вот там вижу я. Он возле этой школы. Поворотничек про левый включили, все, перестроились. Давай еще ты, короче, с петля. Я чувствую, я смотрю, он где-то уже двигается, серьезно там. Ты жди там меня, я сейчас к тебе еду, ты что? Вызывал же. Дрифтим, как дрифтим, блядь. Шлифуем на месте. Все, едем клиента забирать нашего. Он, походу, получил права, сейчас где-то будет проситься куда-то на серьезную
точку его привести, но я не знаю, получится ли это у меня. Все, видите, даже сплошную не пересекал. Здрасте. Здрасте. Блять. Здрасте. Вот так. Мирный. О, ребята, что и... Короче, сплошную не пересекая. Вот так вот, покрасивше. Все. Так, в мирный, значит, в мирный едем. Сейчас посмотрите, что за мирный есть такой. Наверное, мы поедем направо все-таки. Круга дойдем. Ну, в принципе, мы быстрее сейчас доберемся сюда, нежели будем через весь город опять проезжать и выезжать на трассу. Сюда будет быстрее. Мы сейчас как раз навалим на тапочку. Разобьем. Кстати, вот сколько я уже езжу? Минут 20, наверное. Ни разу не вальнул тачку. Ни разу не вальнул. Сейчас должен ударить, по идее. Потому что скорость бешеная. Руберин. Не, ну молодец, видите, он дождался, он не сел никакую тачку левую, реально дождался, вообще красавчик. Ему тоже можно поставить лайк спокойно. Тихо. Видите, подвеска офигенная, как играет, мне нравится, реально круто смотрится. Тут можно чуть-чуть... Ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Здесь где-то... Ага, вот, видели, да, проваливается немножко в асфальт машина, когда едешь по этому участку. Все, мы валим. Вот бешеный таксишник полез где-то на встречку. Слева, кстати, внимание обращаем, слева у нас атомная электростанция, на которую заезжаешь на территорию, там такой звук реально стрёмный. Кто-то с моих знакомых говорил то, что звук ему напоминает сталкера. Я не знаю, правда это или нет, но реально напоминает звук сталкера. Я в сталкера не играл. Я хочу поиграть сейчас Alien Ops, блин, какое-то название такое, Alien, короче, чужой, типа, есть такая игрушка. Есть у меня еще Outlast, есть Dead Island, Raptide. Так, автобусный парк, хорошо, брат Тюня, я тебе привезу в автобусный парк. Три игры есть, хоррора, короче, если что, напишите в комментарии, какой бы хотели посмотреть. Ну, то есть кирпичик будет вылетать. Ой, блин, смотрите, что за хрень такая? Вообще круть. Реально круть. Хорошо. Окей. И тебе привет, братан. Мы правильно хотим, алё? Где мы? Ага, вижу. Ага, все, едем правильно. Ой. Хорошо. Сейчас приедем. Сейчас мы, может быть, возьмем какого-то чертяку, которому надо в Приволжск. Без вызова. Блять, ну нарушил. Какого ты хера? Ну все, ребят, видите, то, что я заработал, блять, в этой, ну, на авто, на троллейбусах. Я в такси похерю все бабки, потому что гребаное вот это превышение, это жесть просто. Радары эти. И никак нигде не найти. Где радары? Я не могу понять. Вот вроде бы превысил чуть-чуть. 6 километров. Сделали бы хотя бы... Ну да, в принципе, правильно. Нехер летать. Я просто боюсь представить, если я куплю тачку, что будет с этим, ну, с моими деньгами. Это ж вообще будет жопа. А вот мой клиент, походу, вышел. Все, блядь, гуляй. Ай, блядь, давай еще превысю. Там отъехал 80, еще раз давай, жмакай. Так, А, буква А, мы едем где-то туда. А, тот черт, наверное, короче, зашел куда-то. Опа, это тут слева. Ха, Никита, а он тоже, кстати, ловит на такси. Сейчас мы кого-то это заберем, приедем в Приволжск. Ой, аккуратненько. Так, заезжаем на территорию, на базу. Все, пожалуйста. Хорошего дня. Что ты хотел? И тебе, ага. Все, аварийщика выезжаем, чётенько так. Сейчас давайте мы возьмем еще какого-то чувака и вернемся в Приволжск. Ну блин, я не куплю ни хера вот это. Это просто жопа, как-то так печально, блять, это все происходит. Работал и напоролся на штраф.
Честно, я просто, я не знаю, я даже наваливать не собирался. Ехал 80. Мне показалось, типа, большая, ой, маленькая скорость. Хотелось немножко, блядь, прижать тапочек. Прижал, блядь. Вообще жесть. Давайте заедем, посмотрим. Желтый квадратик, значит, этот чел реально он заказывал. Ты куда ты летишь, Олег? Ты меня ждешь, братюня? Бомжи, бомжи, др-др-др-др, кто первый? Все. Ждем указаний. Не? Ну я что такое? О, все, кто-то сел поумнее. Кто-то решил отказаться не платить бабки мне. Пассажир. Банк. Банк? Куда здесь? В банк? Сейчас. Сек. Банк. Банк. Мирный, мирный, мирный. Где в мирном банк? А, так. Закрыть. Поехали. Сейчас приеду. Пацаны, ждите. Блять, так тут банк хер да нихера ехать. Чувак, ты мог бы пройтись уже давно. Она дрифтует? Да, конечно, дрифтует. Блять, нельзя, нельзя. Есть себе спокойно, потому что сейчас опять заработаешь. Штраф будет очень жестко. Банк, так вот банк, чё ты, блин, меня вызвал? Ух ты, копы на каких машинках ездят. Чувак, извини, реально писать много, я понял тебя, пожалуйста, и тебе, и тебе хорошего дня. Поехали дальше, у меня там клиентов потенциальных очень много. Это как в Приволжске этот золотая жила ЖД вокзал, так же и здесь, это вот эта вот херня, которая, что это называется, это мэрия у них типа, или что такое? Садись, садись, да садись же, поехали, гоу, гоу. То ты, блин, так хотел сесть, но реально, чел, извини, я просто ехал реально на желтый квадратик. Вот и все. Чисто по вызову. Ну, ждем указания. Сейчас такой приволжский, я такой бабас, блядь, поехал. Трамвайный парк. А, блядь, так это тоже рядом. Если я не ошибаюсь, это вообще рядышком. Тут, короче, бомбила, самый серьезный бомбила на весь мирный. Но видите, она боком идет. Именно когда этот ручничок затягиваешь, реально хорошо идет. Есть машины как бревна, а есть машины реально нормально идут. Все. И набирает, кстати, это Логан реально неплохо. В отличие от Рапида. Рапид берет именно внешним видом красивая машинка, а Логан именно берет просто скоростью максимально. Ну хотя, с другой стороны, блядь, с этими штрафами, мне кажется, лучше на Рапиде кататься, ну на Шкоде. Которую увидели в начале ролика, разваленная, разбитая, там вообще жестко в хлам. Так, по-моему, нам сюда, ребят. Блядь, ну пятый, мне надо, пятый. Не-не-не, подождите, подождите, я что-то ошибаюсь, наверное. Нам надо вот здесь, вот так сюда, сейчас, если я не ошибаюсь. Да-да-да, все. Да я чуть-чуть попутал рамсы. Буква Ш. А ему куда надо было, блядь? Трамвайный парк. Угу. Ой. А, что на такси работает? Ш. Не понял. Не понял. Но трамвайный панк, пара, блядь, этот трамвайный этот, короче, хер это вот сюда вроде бы. Все, все, пока-пока. Ну, трамвайный, но он так правильно сказал. А, блядь, ему надо было туда подъехать. Ну ладно. Все, беги, он тебе там. А, он все, он поехал, типа, работать. Тут без дверей стоит вообще такой красавчик. Давайте еще сейчас одного красавчика возьмем. Кстати, они валят, здесь прикольная тема. Можно было бы здесь устроиться, поработать. Интересно было бы. Правда, потом добираться проблема, вы видите. Все как бешеные налетают на этих таксишников. Тут поворотничек левый. Лайк за поворотники, мои ребята, ставим реально.
Я понимаю, что многие вообще не фанатируют и не играют, нет, ну, подписчиков, ну как многие, немного подписчиков, но все же есть такие, которые просто, ну, не играют в такие игры, а подписаны что-то из-за какой-то другой игры. Ну все же, поставьте лайкосик. Да, я, конечно, сказал, блядь, в конце видео. Ой-ой-ой, желтый. Тормозим. Так, сейчас доберемся до... Ну, блядь, красный, хватит уже гореть. Ну, все, зеленый. Поехали, поехали. Тебе я нужен? Не, не нужен. Ты пешком дойдешь? Ну ладно, смотри сам. Потому что я когда вижу, братан, тебе со мной, ко мне, да? Охренеть, в мирном вообще бомжи, короче, такие именно. Тебе тоже не ко мне? Блин, тоже не ко мне. Все бегают чисто вот за здоровый образ жизни. Именно спортсмены, да? Вообще. А, я тебя опередил, я тебя опередил. Ты, наверное, за клиентом своим. О! Не? Ты чё, серьезно? Ну, иди сюда, садись. Офигеть. Короче, вообще просто жирно. Никому нахрен такси не надо. Ладно, ребят, давайте поедем, наверное, мы с вами оплачивать штраф, который я за... О, поехали, давайте, наверное, этой дорогой. Может, кого-то еще поймаем? Блин, не превышай. Это... Сейчас поедем в Приволжск, в банк оплатим, наверное, эту справочку нашу с превышением. И будем, наверное, так думаю, закругляться. Фу, эти светофоры, это вообще просто бесят. Давай, такси, такси, такси. Да такси, ну. О, где-то здесь. Где-то, наверное, здесь, чувак. А, да не, простите, извините, я ехать туда не буду. Ну, хотя буду ехать в Приволжск, но ты уже давно сядешь, наверное, в машину и уедешь. Да, блядь, превысил, конечно, вообще четко. Так, ускоряемся, ускоряемся. Вот так, все, 79 и не больше. Не, ну физика здесь у машин реально классная. Мне нравится вообще наблюдать эту тему. Так, левый поворотничек. Входим в поворотничек. Все четко. Видите, какие мажоры? На своих машинах личных, блядь, это я один бомжа езжу на этом. Ой, нахера я? Опа-на! Какие типки? Ты что, тебе не жалко? Да нет, чувак, ты меня не догонишь на своем желтом автомобиле. У меня она вообще наваливает жестко. Подвеска классная, да, сыгрывает в этой вот в даче. Ой, в Рено, блядь, в даче Логан. Рено Логан. Дальнобойщик валит. Ой-ой-ой-ой-ой, давай еще перевернись, ёб твою... А, я понял, вспоминаете видео, когда мы тут с Мишей его, блядь, два раза. Один раз переехали, второй раз... Тоже там задавили, короче, двойной удар был. Так, теперь мы едем прямо. Едем, стоим уже. Давайте на правый по... Хотя... Блядь, ну не жми ты в жопу сильно, я ж не вижу. Блядь, одно и то же радио, чуваку, играет. А, вот, кстати, вид от первого лица. Тоже так неплохо. Спидометр работает, вы представляете? Ой, не хочу нарушать, не буду. Ждем зеленый. Ой, блядь, уже загорелся. Поехали направо, короче. Где-то мне тут клиент мой ждет, к которому я должен приехать. Не, напрягает меня это все дело. Переключим камеру. Блядь, это стегнулся вообще. Ух, вы ж, блин. Ой, а вот, кстати, мажоры. А, не, не здесь они. Ну, видите, зеленый, тупо зеленый для меня горит. Я тупо могу наваливать. Ну, как наваливать? Типа, блин. Блин, фризы появляются. Где-то мы приближаемся к какой-то движухе серьезной.
Опять зеленый, да что ж такое? Опа-па-пам. Музычка, конечно, так нормально. Мазерфакер, да. Ну, пацаны, ну хоть тише сделайте, вы с копами базарите. Ну, ну что такое? В случае неупады все поехали. А, они, короче, это, ездят, проверяют этих, как они, вот этих вот людей, тормозят и дрючат, короче, за неуплату штрафов. В случае неуплаты они их, короче, забирают права, по-моему, что-то так как-то звучать должно. О, тихо-тихо, где-то тут мой пассажир, ага, он где-то должен быть здесь, типочек. Кто вызывал? Ну, блядь, ты вызывал? Вызывали? На, да, вызывал. А, все, окей. Ну ладно, уже нет. Мажорик, смотрю. Граждане копы стоят. Да я поворачиваю, что ты? Поворачиваю уже. А чё они там базарят с собой, между собой? Давайте послушаем. Был наказан за, за дело. Не офтопьте. УАЗик такой весь серьезный, видите? Куча всяких плюпамбасов. Короче, это хрень полная. Надо ехать платить штраф и все, и закругляться. Давай, 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 наваливай, наваливай уже. Блин, ну, вы понимаете, что работа это, конечно, херня. Ну, такси, чисто фанатизм, не более. Да, ну, типа, прикольно, ты с людьми общаешься, в принципе, контактируешь очень даже сильно, контактируешь, это классно. Но все же, заработка, в принципе, ноль. И сидишь и реально мусолишь постоянно вот эту клавиатуру, туда-сюда, налево-направо, все время где-то есть. Ездим, где-то куда-то людей возим, а по факту, ну, отдачи никакой, ребятоньки. Это такая одна из работ, которая... Подожди, Сек. Сек, жди. Сек, жди. Я уволюсь. Ну, подожди, если ты понял, прочитал сообщение, подожди. Все, едем. О, стой, мужик, да стой, блядь. Блять, вот попросил же постоять, чуть-чуть мне в банк надо просто добраться. В чем проблема была подождать немножко? Ну, зашибись, вообще, блять, написал жди сек. Вообще просто жесть. Я вот что я вижу потенциальных клиентов. Я даже в Мирном увидел аж два потенциальных клиента. Ну, не учитываем тех, которые, с которыми я вообще, за которых я ошибся. Ну ничего, они хотели, видать, поехать, но не перехотели. А, тут, в принципе, банк, блядь, вот рядом уже 2 минуты бежать. Нахрена нам было ехать? Хотя, ну что, я заплатил бы 150 рексов, как бы, ну, получил чудак и поехал бы в эту же сторону, куда ему надо было. А он, видать, сейчас возле банка, он пасется стоит, но... А людей-то нету. Нету никого. По-моему, он стоит, наверное. Такая вот, видите, жизнь же есть, и провинция живет своей жизнью, ну, прикольно, реально прикольно. Вы закончили? Конечно, закончил, заработал хер да нихера, и сейчас увидите, сколько. Сейчас, наверное, на 6 километров я превысил скорость, на 6. Так, видите, ребята, номер счета, если что, скидывайте деньги на номер счета, вот этот вот, буду благодарен, пишите в комментарии. Не, я шучу, шучу, ребята. Зашибись! Доездился, видите, оказалось, что доездился, блин, да, доездился, 2000 как не бывало просто, ну, мне со счета оплатить, все, я 2000 рублей на ровном месте, как можно было такое сделать, денежные операции внести на счет,
внести на счет 8000 рублей. 80. Я хотел бы 80, но простите, не могу. 8534 тысячи у меня на счету. Ребята, если есть квартира, где-то вы знаете, что есть квартира за такую сумму. Не понял. У меня было десятка. Я 2000 оплатил. Штрафы. Ладно, денежные операции внести на счет. Ой, назад. Штраф я оплатил. Ну да, внести на счет. Ну давайте еще 2к. Должно было быть у меня остаться типа 8к. Осталось 2к. Ну то есть 8к, я скинул 8к на счет, и должно остаться было 0, и там чуть-чуть десятых. Короче, как-то так вот. Уволился с такси, все. Ну, самое прибыльное реально это троллейбус для меня и самый короткий маршрут. Быстро исполняешь его и на 2000 меньше. Чего бы нет. Как-то так вот, ребята. Ну, в общем, ребята, за лайки спасибо, те, кто ставят. Реально огромное спасибо, то, что поддерживаете меня. Есть какая-то небольшая мотивация для записи видосов. Пишите в комментарии, если вы на втором сервере играете. В принципе, был бы рад погонять с вами, ну, типа, даже там на том же самом троллейбусном маршруте. Либо какая-то тачка есть у вас классная. Я, блядь, ну, тоже не могу я взять никак его на тест, протестировать, покататься, просто чисто вот записать саму машину, да, там, как я делал на Эволюшене. Что еще? Спасибо, что подписываетесь. Ну, да, как-то так. И лайки жмете. Все, всем спасибо. Всем пока. До скорых встреч.